Друзья, всем привет! Сегодня я в городе Джанкой. Это ворота Крыма. Но сейчас это уже не ворота Крыма. Здесь очень, видите, спокойно. Сейчас ворота Крыма считается город Керчь. Кто ностальгирует по этим местам, я немного покажу. Есть немножко времени у меня. Вот автостанция. Хочу сказать, что проехала по городу. Особо ничего не изменилось. Только название магазинов. В общем, вывески. А так, жизнь, я хочу сказать, здесь не кипит, как раньше. Очень все тихо, вальяжно. Покажу вам вокзал, сейчас приду. Чистенький вокзал. Так что, друзья, вот как-то так. Прошло уже сколько лет? 7 лет. 8-й год, как Джанкой стал российским. И перемен особо никаких. Я бы не сказала, что что-то здесь такое интересное. Вот сам вокзал джанкойский. Тихий, спокойный. Погода теплая сегодня. Вот здесь когда-то был супермаркет АТБ украинский, сейчас супермаркет называется ПУТ. Вот, соответственно, вот этот супермаркет, сеть продуктовых магазинов ПУТ, продукты у дома. Будьте осторожны в голове и в хвосте поезда. Будет производиться принцип Экс в колокомотиве.